складывался матч очень тяжело. Была напряженная игра. Кто забьет гол, кто первый забьет гол, кто больше вытерпит. Получается, что мы больше вытерпели и выиграли матч. Хорошие игры, равные соперники. Как говорится, никто не хотел уступать. Это вполне естественно. Все бьются в каждой игре. Поэтому я благодарен ребятам, что они сделали то, что и должны, по сути, сделать. И очень, так скажем, удачно и, может, хорошо сыграли наши вратаря.